Привет, друзья! Открываю страшную тайну. Тайну. Какая связь, например, между решением нерешаемых задач и дыханием по бутылке? Ну, посмотрите. Бутылка предлагал задерживать дыхание. Ну, когда ты раз или два, или три пытаешься задержать дыхание, ты как Сим-Сим, откройся дверь, да? Вдруг пробиваешь какую-то стену, и вдруг у тебя становится дыхание задержанное уже сколько ты хочешь. Точно так же, когда мы вспоминаем фамилию, раз, два, три, которую забыли, никак не можем вспомнить, а потом отстранились от нее, как бы забыли про нее, и она всплывает. Опять Сим-Сим, открой дверь. Так вот, если у вас есть какая-то нерешаемая задача, любая, в любой сфере жизни, от математики до того, как сделать рекорд там, или найти любимое дело, или дорисовать картину, как я, видите, Берегиня. Да. Кстати говоря, новички, которые первый раз это смотрят сегодня, подпишитесь обязательно на канал, чтобы не пропустить ликбез, который в пятницу в 20 часов на YouTube-канале у меня, и там будет сброшен зум. Войти туда и получать ответы на все волнующие вопросы. Это полезно и важно, и делитесь со всеми своими друзьями, потому что сегодня у многих стресс. А там как раз-таки, как использовать стресс как собственного помощника, чтобы решать такие сложные задачи, которые раньше казались недоступными. До встречи, друзья. Пишите комменты, пишите, пишите. Чем больше комментов пишите, тем больше продвигается наша школа, единственная в мире школа «Человек будущего» Homo Futurus. А всем нашим участникам мои обнимания. Друзья, обнимемся, вместе мы сила. До встречи.